Официальное открытие началось с награждения победителей конкурса виноделов. Среди донских вин выбрали лучшие. Теперь их может попробовать и оценить большее количество людей. Здесь, на эно-гастрофестивале «Долина Дона». Это возможность продемонстрировать нашу продукцию, дать возможность людям попробовать нашу продукцию, потому что реклама алкоголя, ну, по сути, запрещена. Лучший способ заявить о себе – это налить человеку в бокал. «Долина Дона» в Ростове проводится уже второй раз. Здесь собрались местные производители сыров, колбас и других деликатесов. Но главная тема, конечно, вино. Его узнаваемость, желательно дальше, за пределами нашего региона. Нам есть что предложить. Вино производят как из европейских сортов винограда, так и из наших, уникальных, автохтонных. Данная площадка еще служит для того, чтобы вот все участники процесса, от возделывания лозы до конечного потребления вина, смогли обменяться опытом, повысить свой профессиональный уровень. И в конечном итоге все гости и жители нашего региона узнали о качестве донского вина. Сегодня в Ростовской области производством вина занимаются 8 предприятий, 5 крестьянско-фермерских хозяйств. И 20 хозяйств выращивают виноград. 2500 гектаров виноградников на Дону. Конечно же, это немного, но с каждым годом количество площадей растет благодаря поддержке федеральной и областной. Это 47,5 миллионов рублей. И поддержку эту планируют увеличивать. В текущем году мы приняли закон о виноградарстве. Сегодня будут, я думаю, предложения и у департамента потребительского рынка, и у Министерства сельского хозяйства, чтобы эту поддержку расширить и чтобы она была и на наше виноделие. На фестивале также прошла деловая программа «Обмен опытом», мастер-классы и презентация стендов и продукции участников. Татьяна Бочарова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.